Ярославского. Я добрая, общительная, у меня очень много друзей. Поскольку я очень люблю животных, я мечтаю поплавать с дельфинами. Я занимаюсь фольклорным пением и народным, как и Пелагея. Поэтому я хочу пойти к ней в команду. Я 2 раза была на ее концерте. И вообще она красивая и очень классная такая. Всегда на позитиве. И все говорят, что я похожа на нее в детстве. В общем, девочки, вы готовы, да? Да. Но запомни, на сцене ты без группы поддержки. Ты сама по себе. Они в сердце. Вот, и я туда же тебе заберусь. Все, соберись, ни пуха, ни пера. Расскажи, что за цветы, почему ты с ними, что это значит? Я просто хочу подарить их каждому из наставников. Ой, как это здорово. Это, даже по-моему, еще никто не делал. То есть от того повернуться... Подзавели, это не... страшного. Конечно, они такие яркие и красивые. Ты что, это вообще так здорово. То есть ты не боишься, что даже если кто-то не повернется, да, ты все равно не перестанешь к ним хорошо относиться. Все. Чтобы Маше повезло, мы девчонки ничего, мы девчонки. Временно-пространственный континуум просто взял и все изменил. Ой, ты заметила? Я заметила. Здорово. Да. Давайте познакомимся. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Мария Боровкова. Мне 11 лет, и я приехала из Тулы. Маленький приятный. Очень приятно. Мария, вы не волнуйтесь, что повернулся Дима, а не Пелагея. На самом деле, Дима у Пелагея уже 3 года тайно занимается. И он полностью владеет всем приемами, знает, и он передаст свой опыт. Кто сказал, что народная музыка должна звучать только всегда в народных каких-то историях? Правильно. И должна звучать только на русском языке. И почему это звукоизвлечение не должно быть каким-то, знаете, каким-то все-таки чуть более, может быть, широком смысле? Вы мечтали пойти к Пелагее, наверное, да? Да, но я не расстраиваюсь, потому что ведь это круто. Вот, просто я на самом деле всех вас уважаю и слушаю вашу музыку, всех из вас, каждый день. Очень правильная позиция, толерантная. А как так получилось, что вы пришли к народной музыке? Вот расскажите, пожалуйста. Да, интересный вопрос. Ну,
Вообще-то, с самого начала я пела в детском саду. Вообще, просто эстраду. Меня постоянно там приглашали на праздники. А потом у нас был учитель в музыкальной школе, и он заметил меня. Так. И потом я начала как-то, так скажем, пристраиваться к народной музыке. То есть этот учитель любил народную музыку, и поэтому он тебя заразил этой любовью, да, грубо говоря. Понятненько. Ну, привет учителю. Спасибо ему за новое поколение такое. Правда. На самом деле я очень рада, что вот так вот получилось. Я и у вас рад. Получается прекрасный альянс. И мне очень интересно, что вы сотворите вместе. Я буду за вас болеть. Ура! Ура! Спасибо. Давай обнимемся. Молодец. Спасибо тебе большое. Спасибо. Молодец, Юлечка. Вот мои люди всегда самые воспитанные. Да. В отличие от тебя. В отличие. Я бы так не сказал. Между прочим, цветочки приготовила на любой случай, правильно? Да. Понимаешь? Да. Даже если откуда никто вы не знаете? А доказательства? Что, оставил бы просто на сцене их вот так вот и... Да нет. Да нет, на самом деле, конечно. 100%. Методом дедукции можно догадаться, да, в принципе. Несложные дедукции и бабукции. А, мне кажется, хочется, конечно, вообще на всех народных поворачиваться. Я чувствую свою ответственность какую-то. Ну, так же нельзя. Ну, что ты на тебя ярлык нацепили, и ты так его прям несешь. Уже ободочек сняла, а ярлык нет. Молодец, знаешь, что, не очень удивилась? Нет. Мы только цветы забыли. Нет, я не забыла. Маня, вот знаешь, как говорится, если не очень хочется, то не очень-то и получится. Вот у тебя было такое большое желание с самого утра сегодня, что ты взяла достойно. Наверняка тряслась немножко внутри. Было, да. Но мы этого вообще не видели. Профессионально, спокойно, как будто бы тебе 42 года. Вышла и сделала свое. Много медали. Да. Это я имею в виду по количеству опыта, который был виден просто. Сделала свое дело. Я очень рад, что ты с нами. Спасибо тебе большое, что ты выдержала вот этот первый сложнейший этап. К сожалению, должен тебя расстроить, что дальше будет сложнее. Да. Да. Но тебе не привыкать, ребята, поддерживать.